Как пройдут похороны Алексея Навального в Москве, пока не ясно. Церковь, где пройдет служба, а также кладбище охраняются полицией. Целые кварталы оцеплены переносным металлическим забором. На дверях церкви висят объявления, запрещающие фотографировать и снимать видео, а прямо над алтарем установлена камера видеонаблюдения. Отпевание Алексея состоится в 2 часа дня. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Люди говорят, что хотели бы присутствовать на похоронах, но боятся. Я знаю, что я должен прийти, а завтра я боюсь. А сегодня пришел. Церковь расположена в районе Марьино на юго-востоке Москвы, где жил Навальный. Кладбище находится чуть южнее, за Москвой рекой. Поэтому процесс транспортировки может оказаться проблематичным. Экс-глава штаба Навального Леонид Волков заявил, что невозможно найти катафалк, чтобы вывести тело из морга в церковь. Похоронное бюро просто отказывается предоставлять свои услуги. Им звонят неизвестные люди и угрожают.